Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка 2-й фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара.
Поверь и ты в нас! Начало второй фазы теста. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли внутри периметра. Звенья 3 и 9, доложить обстановку. Пробоина в корпусе, 7-й отсек. Маневр Дельта 4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион, прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан! Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима.
Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи, тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Чтобы передать срочное сообщение. Вчера в ходе успешной военной операции был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Тебе нужно. Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь.
Лейтенант, доставьте раненых к шаттлам. Мы почти на месте. Отправиться вам, отец. Я в порядке, лейтенант. Позаботьтесь о раненых. Я уж как-нибудь сам. Осталось три шаттла с тяжело ранеными. Они уже вряд ли когда-нибудь смогут воевать. У них есть семьи. Дети! Ты отпустишь их. Слышишь меня? Генерал, мы окружены. Выхода нет. Ты тварь. В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех. И ради чего? Своей жалкой мести. Скольких невинных ты уже убила? Скольких еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнар. Ты правда так думаешь? Тебя никогда не было. Ты уже проиграла. Амун жив. Скоро ты его увидишь.
Сара. Нет. Я должна была спасти тебя. Что ты натворила? То, что должна была. Скажи это Фениксу и миллионам невинных, которых ты уничтожила. Ты поклялся убить королеву клинков. Ты всегда был единственным, кто верил в меня. Веришь ли ты в меня до сих пор? Здравствуй, Керриган. Давно тебя жду. Я удивлена, что ты не сбежал. Сбежал? Дорогая, боюсь, что тут ты ошиблась. Неужели ты думала, что я подпущу к себе такую опасную тварь, как ты, не приняв мер предосторожности? Несомненно, ты моя величайшая ошибка. И теперь, наконец, ты умрешь. Чёрта с два! Муки ада не искупят твои вины за загубленные жизни. Я сделал из тебя монстра, Керриган. Ты сделал монстрами всех нас. Спасибо, Джим.
за все. Рад был помочь. Как и всегда. Теперь я вижу своего истинного противника. Он выжидает в пустоте. И ему подвластны немыслимые силы. Чтобы сразиться с ним, я отказалась от всего. От человеческих радостей. От всей своей жизни. От любимого человека. Но я выхожу на эту битву не одна. Я... Это Рой.